что делать-то? Давай говори. Давай говори. Нет, только самое говори. Приехали мы в Селект. За журналом на самом деле. Покупки для дома. Купили чай 100 пакетов. Зеленый. Амиту уже нравится опять. В пакетиках чай. Поэтому купили такой. Жидкость для мытья ванной. Сколько она стоила? 82 рупии. А чай стоил 375 вроде бы. Тут 450 написано. Вроде скидка там была. Кетчуп. Кетчуп стоил сколько? 99 вроде бы. Не вижу тут цены. Вот. Потом сахар. Сахар 46 вроде бы был. Не написано. Тут он был 46, насколько я помню. Это Амитсам взял. Он у нас, не помню, сколько стоит. Нарезанный уже. Ватные диски и где-то тут еще была жидкость для снятия лака за 50 рупий. Вот. 55, но было 50. Ездили мы, конечно, за одним журналом, а получили вот этот. Я даже и не ожидала. Это американский Эль. Поэтому 700 рупий цена. Но тут Ким. Я его искала в интернете. Он был относительно дешевый, но доставка была очень дорогая, поэтому я не заказывала. Тут, кстати, есть фотография гробницы, которая находится в Дели. Хоть это и американский журнал. Еще тут есть Дакота. Из 50 оттенков. Где-то еще она была. Вот. Mango sofeda. Sofeda? Mango sofeda. Почему так режешь? Индийский стиль. Какой индийский стиль? Индийский не такой. Это для целой семьи. У нас только два. Да. У меня папа всегда так режет. Поэтому я так. Потом. А что называется? Косточка. А? Косточка. Косточка.
Но это когда мы дети были, всегда так ругаемся. Кто будет поступиться, когда дети, я и моя сестра. Мы ругаться не будем. Да. Сладко? Ну, кисло немножко. Кисло немножко? Я тоже думала, что кисло выглядит. Приехали мы вчера на рынок, я ничего не поснимала, вообще забыла про это, сразу как-то окунулись, и, в общем, так как вчера была среда, народу было достаточно мало, и можно было нормально походить, вот, первое, что купили, это вот это платье, оно выглядит белым, конечно, оно бледно-голубое, тут у него завязочки. Там подкладка, еще платье второе, длинные рукава, вот такое примерно. Ну, короткое обычное платье, очень мне понравилось. Еще ничего не мерила, но, скорее всего, все подойдет. И стоило оно за 300 рупий, Мит его сторговал, а так они говорили 450 вроде бы. Вот, хотели два взять, но... Второе было очень похожее, тоже бледно-голубое, чуть поярче. Но это немножко другой стиль, чем у меня другие были. А тот прямо типичное мое, только в другом цвете. Обычно у меня черное, там голубое было, поэтому взяла это. Это более-менее как-то отличается. Вообще первое было, что мы купили, это были сережки. Пакетики они. Вот такие красивые. В общем, вы поняли. У меня просто на днях, которые были тоже такой формы, но вместо вот таких лепесточков там листочки прямо были. И у меня один вот здесь внизу куда-то потерялся. Мы их на Гуа купили, а эти здесь за 50 рупий. На Гуа за 100 покупали. Вот, замена такая. После платья мы купили вот этот топ. С вышивкой. Думаю, что очень красивый. Вниз, конечно, надо что-то еще надевать, потому что он такой прозрачный. Вот. Можно как и на праздники, так и просто с джинсами. На контрасте тоже будет хорошо смотреться.
следующую купили вот эту футболку, очень мне нравится. Именно из-за того, что... Ну, она мужская. И размер это S. Мужская, но там есть отдел, где продают такие вот разные футболки, мужские именно. Я решила туда заглянуть, потому что женские такие принты не продают. Ну и меня не смущает, что она мужская. Мне нравится, что принт ретро такой, и цвета вот эти мои любимые, такой фиолетовый. Холодные оттенки. Ретро-рисунок, я не помню, какая-то часть. Наверное, четвертая, если по счету правильному считать. Или, и так, наверное, первая по дате съемки, если. Такая серая, почти черная, но все равно не черная. И последняя покупка, еще один топ. Вот такой. Очень мне понравился принт. Он большим выглядит, но я не думаю, что он слишком большой. Хотя это размер L. Но думаю, что подойдет. Там были другие размеры, но такого цвета не было. S. Я хотела именно такую ткань. Кстати, мне очень понравилась. Такое она приятная достаточно. Не хлопок, конечно, но приятная. Вот. Тут тоже наподобие, как я была, кстати, в такой же красной. Ну, там на видео видно. Ну, не в такой же красной, а тоже с такими рукавами. Там она просто длинная, это немного укороченная. Я думаю, что цвет мне и такие цветы пойдут. Вот такие у нас покупки были. Надо все постирать теперь. Вот. Было еще про цену сказать. Это была 350, он сказал. Мид по телефону разговаривал. Показал ему два пальца, что давай за 200. Он сразу сказал, ну ладно. Положил в пакет и отдал. Вот. Эта футболка тоже была 200. Но тут уже не торговались. Но, в принципе, хорошего качества. Как бы даже за 100 рупий там немного другое продают. Поэтому... Вообще не жалко 200 за нее. И этот топ тоже вроде бы был за 200. Вот такие у нас покупки. В этот раз немножко подороже, но качество намного лучше, я думаю. Я очень рада покупкам. Еще вчера купили драконий фрукт. А, давай. Такой он красавчик. У нас сегодня пятница, Мит пораньше с работы приехал. Будем чай пить. Такая у него кружка. И думаем ананас порезать и съесть. Мит красиво нарезает. Тут неожиданно наметилась поездка. Я уже собралась, собрали вещи. Сейчас уже поедем. Вот, поэтому на этом буду влог заканчивать этот. И уже увидимся в следующем, как раз таки из этой поездки.